Года здесь отличная, футбол уже скоро начнется. Тренер выпустил сразу 5 защитников. Это такой Мауриньо стайл. Похоже, перед воротами команды сегодня будет припаркован клубный автобус. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Года здесь отличная, футбол уже скоро начнется. Тренер выпустил сразу 5 защитников. Это такой Мауриньо стайл. Похоже, перед воротами команды сегодня будет припаркован клубный автобус. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Года здесь отличная, футбол уже скоро начнется. Тренер выпустил сразу 5 защитников. Это такой Мауриньо стайл. Похоже, перед воротами команды сегодня будет припаркован клубный автобус. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Года здесь отличная, футбол уже скоро начнется. Тренер выпустил сразу 5 защитников. Это такой Мауриньо стайл. Похоже, перед воротами команды сегодня будет припаркован клубный автобус. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Года здесь отличная, футбол уже скоро начнется. Тренер выпустил сразу 5 защитников. Это такой Мауриньо стайл. Похоже, перед воротами команды сегодня будет припаркован клубный автобус. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Года здесь отличная, футбол уже скоро начнется. Тренер выпустил сразу 5 защитников. Это такой Мауриньо стайл. Похоже, перед воротами команды сегодня будет припаркован клубный автобус.
Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Адам Лалана. Алексис Маккаллистер. Года здесь отличная, футбол уже скоро начнется. Тренер выпустил сразу 5 защитников. Это такой Мауриньо стайл. Похоже, перед воротами команды сегодня будет припаркован клубный автобус.